Сколько спонсоров у львов? Ой, Вер, прости. Много. Ну что, в львиную нору? Пошли. Это что, пара скелетов, которых съели львы? О, какие мы страшные. О, какие мы страшные. А мы вас не боимся. Смотровая, да? Смотри, какие красавцы. Трёх. Папаша. Папочка. Ну, смотри, две самочки, да, взрослых, и львятки. Ну, как три самки, видишь? Три? Раз, два, вон там на крыше уже. А, на крыше еще я не вижу ее. Ага. Три самки львенка. И три львенка. И старый автомобиль, чтобы они на него прыгали. Они же любят прыгать на крышу, там, с крыши на капот. Слушай, ну лев красавец какой, а. Ну ты же красавец, какая идиллия. Чудо, просто чудо. Ну они, кошки, они любят на возвышенности, так же, как Нюша не может, да? Ей нужно обязательно залезть наверх. Красота. Ну какие же они холеные. Холеные. Ой, да, мы зевнули. Так, пошла. Да. Да нет, что-то как-то мимо пошла. Поближе, просто поближе. Она думает. Ну давай, давай уже. А, да? Ну что ж, тоже надо. Тоже надо. Да, красавица. Позирует. Это она именно перед ним это решила. Перед ним решила сделать это дело. Ну, а вероятно, у них это... Ну, может быть, это она таким образом уважение выказывает. У них вот так. У них, наверное, вот так. Но они же метят. Не, ну они же метят территорию. Что вот я хозяйка, я поближе к тебе легла. Сейчас та подумает, смотри, смотрит на нее. Пожалуй, мне тоже нужно. А то что же я тут? Слушай, ну какие они холеные, Вер. Ну кормят их тут не слабо. Сколько входной билет стоит? 21. Сколько? 21 евро вход? А то, что ты там прочитала, что женщинам уже после 60 скидка? Это на поезд был. А, это на поезд? Это на поезд. На. Кто там, что там роняет? Ну ладно, все, пошли. Это было замечательно. Оставайтесь, живите дружно, не ругайтесь, плодитесь и размножайтесь.